Вездеход провалился под лед на Байкале. Инцидент произошел в 3 километрах от поселка Большое Голоусное. Автомобиль ГАЗ-66 попал в трещину колесами левого борта. Как сообщили в МЧС, водитель не пострадал, но материальный урон все же понесет. Извлекать автомобиль шоферу придется за свой счет, а еще и заплатить штраф за выезд на лед. Впрочем, штрафы и возможный ущерб пугают не всех автомобилистов. Некоторые из них ведут себя на дороге так, словно у них 9 жизней и безлимитная банковская карта. Подборки нарушений, которые ежедневно происходят на городских улицах, далее. Красный свет, проезда нет, но только не для водителя этого внедорожника. Ведь он проскочил на запрещающий сигнал возле пешеходного перехода. А спустя 2 минуты не только проехал на красный, но и свернул из правой полосы налево. Подобный маневр едва не привел к аварии на другой дороге. Шофер грузовика решил свернуть налево из средней полосы, хотя это запрещено знаком. Но вопросы есть и к водителю внедорожника, ведь он двигался по прямой, в полосе, которая предназначена для поворота. А этот автомобилист собрал целый букет из нарушений. Сначала выехал с парковки по встречке и через двойную сплошную, при этом встал в правую полосу. Но на светофоре неожиданно передумал и пошел налево, подрезав соседнее авто. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.